Для вас в России праздник есть за подвиг службы ежедневной, за совесть, мужество и честь. Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником. 10 ноября для многих семей в нашей стране является одним из самых радостных торжественных дней в году. Я хотел бы, чтобы, как у летчиков говорят, количество взлетов совпадало с количеством посадок, так и у нас количество выходов на службу совпадало с количеством возвращений. С праздником! Проделайте всегда очень большую работу. А ведь многие из вас здесь сидят. Это огромные династии. Династии милиционеров, полицейских. Вы каждый день рискуете жизнью. Ведь об этом забывают. Каждый день своей жизни. Я хочу вас от всех 134,5 тысяч крымчан поблагодарить. Низкий поклон вам за вашу службу. И спасибо вам за безопасность в районе и общественной порядок. Позже случай прошу вас посмотреть на сессии и положительно отреагировать на это, на золотые благодарности. С вашего разрешения хочу попросить золотую благодарность начальнику отдела внутренних дел Владимиру Александровичу Горлову, Базаровой Вере Ивановне и Юрию Георгиевичу Зевтевине. Надеюсь, вы меня поддержите. Я думаю, после ближайшей сессии мы вам их обязательно торжественно вручим.